грядки, друзья, прямо с грядки мы пошли в магазин добрать, чего не добрали на грядке. Вот у нас органическая красная черешня по 6 долларов. Очень крупная, симпатичная. Сейчас я съем одну. Скажу вам, как она. Очень хорошая. Очень. Так, даже это самое. Жалко уходить. А вот кукуруза. На поле мы не знали, что с ней делать. Там не было. Пожалуйста, за доллар. Доллар штучка. Органическая. И ферма органическая. И вообще все органическое. Такая хорошая кукуруза. Мы видим Сашу и Светлану. Они там пробуют виноград. Господа, это чистый сахар, друзья. Ну что, полезный сахар. Я не против, детям очень нужен полезный сахар. 3 доллара фунт, а был 4. Органический, без косточек. Знаете, друзья, я вспоминаю Сашину. Когда мы приехали в США, Сашина мама была ровно в этом возрасте, ей было 11 лет. Мне нравятся зеленые больше. Да. И мы как-то со Светланой за какие-то там, не знаю, там за 20 копеек килограмм, там что-то такое, купили громадный мешок там винограда, принесли домой. И вот ее мама, Инна зовут, 11-летняя, взяла в рот ягодку, и потом сукаризной нам так говорит, знаешь, вот, сукаризной говорит, ну и где? Где в Америке вы нашли виноград с косточками? Вот. Так что... Да, да, друзья. Саша одобрила. А вот, друзья, клубника. Если бы вы знали, как она пахнет, вот я тут сверху над ней нависаю. Сашенька, иди понюхай, вот нам покажи. Ну, скажи. Вкусно, но наша вкуснее. Ну, это не хуже, чем мы сейчас на поле брали, честно. Вот 6 долларов. На поле она стоит 3. Да, ну, ничего страшного. Там как бы это все такое нон-профитное, субсидированное. А вот тебе, пожалуйста, это самая голубика там за 5, казалось бы. Что тут такого в этой голубике, чтобы 5? Да. Ну вот так. А это уже прям на землянику какую-то похоже, как-то мелкая. А тоже по 5, смотри. Тоже по 5 идет вот так. Вы видите, что такая вот розовенькая, беленькая черешенка, она дороже, чем красная. С чем это связано, я не знаю. Морковку не надо. Ну нет, ну почему можно морковку? Давай попробуем одну. Давай одну попробуем. А? Друзья, Саша, скажи нам, вот глаза устами ребенка, вот так вот, два пальца показала. Два фейсбука сразу, два лайка. Персики. Вообще видно, что они жесткие, знаете? Вот какие-то твердые. Не, а вот есть и мягкие тоже, можно повыбирать. Красивые. Так, Саша любит яблочки. Сашенька, какие яблочки ты любишь, расскажи нам. Красные. Ну и все? Ну да. То есть такие революционные. А еще мне нравятся розовые. Ну, не то, что конкретный сорт какой-то. Идем, покажешь вот там среди вот тех яблок. Покажешь, какие тебе нравятся. Вот эти. То есть потемнее. Да. Так, значит, это у нас Rose Apples. Pacific Rose Apples. Слушай, а я бы вот такие ел, такие вкусные. Нет? Нет? Мне те нравятся. А вот эти как? Тоже красные. Нет, те. А вон те, ты посмотри какие, ты посмотри в пакете вон те. А, красавцы, посмотри на них. Нет? Ой, а я прям хочется даже взять. Там, где яблоки, друзья, там вот этот вот прибор нехитрый. Между прочим, нехитрый прибор стоит аж 8 долларов. Вот так вот. Значит, ну вы понимаете, да, на яблочко надавил, у вас сразу и серединка ушла, и вот там на, сколько там, на 8 частей поделили. Нет, друзья, не понимаю я вот этого выбора яблок по цветовому признаку. А вот эти вот Гренни Смитс, вот эти вот, вот они, вот эти вот, очень напоминают чисто внешне то, что в СССР были такие яблоки, назывались Семеренко.
И вот я помню, что при коммунистах в Москве, например, было много импортных яблок из Венгрии. Да. А вот в Киеве, например, где Света жила, значит, вот там были вот эти семеренки. Очень вкусные, сочные. Я не могу сказать, что вот эти по вкусу один в один, но чисто внешне похожи. Свет, ну скажи, красавцы, а? А вот, вот с твоей точки зрения, вот эти вот маленькие, они сюда накидали просто для красоты? Нет, или почему? Это... Они, а со чем временем, смысл-то? Они со временем будут такие, они сейчас зеленые, они должны быть, они будут темно-темно-красные. То есть это помидоры того же сорта, ты хочешь сказать? Это хиалум, у них разнообразие, да. Я понял, то есть это все одно и то же. Светлана нацелилась на луковицу. Вот есть желтенький такой. А вот в чем разница? Вот эти желтенькие, а те беленькие. Вот в чем разница? Те другие, те более сладкие. А есть, кстати, желтые сладкие, они такие приплюснутые. Так, отличаются много... по уровню сладости. Слушайте, оно так и называется. Органический sweet onion. Да? И сладкий и лучок. Вот такой. Этот просто сладкий. Белый. А этот называется вот просто sweet. Белый. Вот это тоже sweet. Это тоже sweet, да. Вот ну, это sweet, а вот это white. Честно сказать, я не вижу разницы между вот, вот этими ну, корзинки эти и вот теми там. Вот эти приплюшенные, видишь, они вот такие. Это они sweet. Тогда они пойдем sweet. Посмотрим на те. Если эти sweet, то здесь. А это просто yellow. Да. О, как интересно. Значит, да. Yellow, sweet и white. Свежая маленькая картошечка. Кример. Red creamer. Это да. Что бы значило? Что он кример-то? Ну, они такой кример дают, такую субстанцию. А, то есть это есть у них? Ну, да. А почему ты хочешь именно маленькие? Ну, у них а крахмала для... меньше, чем большие. Что, правда? Конечно. Светочка, а для чего мы хотим курочки, скажи? Саша просила супчик сварить. А, то есть это не связано с рагу овощным? Нет, это не связано. Какое куриное мясо мы хотим на суп? Из мы чего? Мы хотим органическое. Но я... Нет, органическое, да. Ну что, ножки... Крылышки. Ну, желательно было бы ножки, но у них, может, нет, у них только с квартерами, видишь? Ой, что-то там грохает. Это Саша. Понял. В итоге вот, вот такое. Светлана тут выбирает, что взять. Друзья, была бы одна курица, стояла бы очередь километр. Нет. Положишь им 10, так они сразу теряются и не знают, что выбрать. Точный раздел. У нас тут разделяется интерес. В этом разделе у нас разделяется интерес между мной и Сашей. Ты хочешь вот это вот шоколадное молоко? Ну да. Давай, бери. Саша берет молоко шоколадное. Хорошо. Это тут примерно литр, значит, его. А мне нужно молоко для кофе. Вот этот, этот кловер, это клевер по-нашему. Это очень хорошая фирма. Но нам нужно молоко козье. Так. Это кефир, это козий кефир. А вот козье сырое молоко. Сашенька, возьми мне. Саша, иди сюда, это ребенок возьмет. Да ладно. Ну, хорошо. Светлана взяла мне козье. Давай я покажу этикеточку. Вот оно, козье. Тут видим козья морда. Вот написано, пожалуйста. Я просто с этим молочком пью кофе. Так. Ну, а что не выпить, правильно? Вот. Тут много всяких молочных таких или типа молочных продуктов. Вот видите, там из кокоса. А вот, пожалуйста, без лактозы. У нас просто генетический тест нам обоим со Светой говорит, что нам лактозы нельзя. Поэтому либо надо брать лактозное фри, или брать... Оно не без лактозы, но как бы можно. Вот козье, овечье можно. Сашенька, объясни, что это? Это крем на клубни, это сливки. Ну, да, только они очень не полезны. Ну, они легкие. Ты, то, что ты на клубнику возьмешь, ну, там будет 3 грамма. Потому, что мы посмотрели, что там корн-сироп есть. Да, корн-сироп там. Ага, с кукурузным сиропом. Но это очень принято, это очень вкусно. Это хорошо. Ну, только немножечко. А вот, друзья, мечта качка – это яйца. Куриные. Их тут вообще страшное дело. Сколько? Вот видите, на пастбище выращенное, тут какие хочешь, яйца веганские, белки яичные, ну, в общем, чего хочешь. А вот это яйца кур, которые не знали клетки, ведь написано cage-free. И органические. И без антибиотиков. И не модифицированные генетически. Да, но вот же, ну, смотрите, там что понаписано, в общем, все, что хочешь. Да, такая маленькая коробочка. Ну, там 6 яиц. 3.30. Теперь мы, друзья, идем в макаронный отдел. Потому что Светлана хотела купить макароны из гречневой, ну как сказать, крупы, муки.
я не знаю, там как-то гречневые макароны, короче. Да, но где-то. Слушай, там... грибочки, смотри, порчини, белые грибы. Почем сушеные белые грибы? Вот посмотрите, вот это на 4 доллара. Друзья, я не знаю, у вас почем сушеные белые грибы вот столько, сколько будет стоить? Да. Надо сказать, что они тут все по 4 доллара, при том, что качество грибов совершенно разное. И вообще вот эти порчини, порчини — это итальянское слово, обозначает поросята. Вот, но они поросятами называют белые грибы. Да. Вот, порчини вообще довольно дорогие. Сырые стоят там 30-40 долларов за фунт. Вот, друзья, заправки к салатам. Я вообще ничего даже говорить не буду. Вот просто пойду так вдоль этого ряда. Просто вот для аппетита. Не говорите потом, что предупреждать надо, что вы сразу в холодильник полезли. Я совершенно не для этого. Я просто из любви к искусству показываю, что вот есть заправки для салатов. Ну, чтобы вам не показалось, что там только такие есть, вот, вот, вот еще столько есть, их еще много там заправок для салатов. Это, там дальше масла, много-много всяких масел. Здесь вот всякие соусы, барбекю, там томатные, кетчупы, это много. Но здесь, поскольку магазин такой весь типа с понтом органический, здесь другие бренды идут, не такие, как в других местах. То есть иногда, вот, например, здесь что-нибудь совершенно обычного можно и не купить. Вон бэби-корн есть. Так. Горчичка, пожалуйста. Горчичка. Yellow mustard. Дижон, гайс, вот это Дижон мастард, очень-очень хорошая горчичка, советую, рекомендую, если будет выбор. Вот, а вообще они все классные. А вот этот вот, видите, написано Stone Ground, то есть как бы не машинами, а как бы там камнями размолотый, тоже очень классный, ну очень. Нашли секцию с макарончиками. Вот они, видите, глютен-фри. А нам со Светой глютен можно, да, Света? Нам можно глютен. Нам нельзя эти самые. А вот, пожалуйста, значит, макарончики из коричневого риса. Так. Так. Ну вот, глянем сейчас, может быть, есть что-то из гречки. Вот есть макарончики из чечевицы. Есть из такого, ну такая разновидность горошка такого, вот он, чикпис. Вот, есть из риса коричневого. Но вот чего-то мы замучились найти из именно гречки.